Тот. Ужин готов. Да, да, иду. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Свет хоть включи! Ни хера не видно! Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают, они херней не страдают. Всю жизнь мне испортили, такие идеальные. Ну что смотришь? Чё вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с бабкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков, Тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском бухгалтера, шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! А ну вернись. А ну вернись! А ну вернись, я сказал! Это все из-за нее. Это ясно как день. Я ее проучу. Она у меня сейчас за все огребет. Сама напросилась. Только сперва закинусь. Стоять здесь, чтоб не рыпалась мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз. Взяла и свалила от меня, шлюха. Мог жить нормально. Была ведь семья, но нет! Ей всегда было на меня насрать. Я для нее в лепешку расшибался, но... Ей же все мало. Ей же всегда было мало. А все это маленькая мерзавка. Все из-за нее. Я ей покажу, где ее место. Да. Я знаю, что надо сделать. Алиса! Папа очень зол! Сейчас ты у меня получишь хороший урок! Очень хороший урок. Алиса! Нам с тобой надо кое-что обсудить. Хватит! Это тебе папочка, полезно. Не надо! Полезно! Хватит! Прекратите. Ты чё, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая? Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Берегись, Кэра! Иди сюда, тварь! Не надо, не трогай! Отойди от нее! Ты моя, и ты будешь подчиняться! Алиса, зайка. Алиса... Смотри, смотри, папка ранен. Будь хорошей девочкой, ну. Иди, помоги папе-то. Вы твари. Вернитесь, вернитесь сюда. Вы мои. Вы обе мои. Не надо! Ужин готов. Да, да, иду. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Свет хоть включи! Ни хера не видно! Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов.
И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают, они херней не страдают. Всю жизнь мне испортили, такие идеальные. Ну что смотришь? Чего вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков, Тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, пухатая шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! А ну вернись. А ну вернись! А ну вернись, я сказал! Это все из-за нее. Это ясно, как день. Я ее проучу. Она у меня сейчас за все огребет. Сама напросилась. Только сперва закинулась. Стоять здесь. Чтоб не рыпалась мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз. Взяла и свалила от меня, шлюха. Мог жить нормально. Была ведь семья, но нет! Ей всегда было на меня насрать. Я для нее в лепешку расшибался. Ну, ей же все мало. Ей же всегда было мало! О, все. Ты там маленькая мерзавка! Все из-за нее! Да. Я ей покажу, где ее место! Да. Я знаю, что надо сделать. Алиса! Папа очень зол! Сейчас ты у меня получишь хороший урок! Очень хороший урок. Алиса! Нам с тобой надо кое-что обсудить. Хватит! Это тебе полезно! Не надо! Полезно! Хватит! Прекратите! Ты чё, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая? Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Берегись, Кейра! Иди сюда, тварь! Не надо, не трогай! Отойди от нее! Ты моя, и ты будешь подчиняться! Алиса, зайка, Алиса, смотри, смотри, папка ранен. Будь хорошей девочкой, ну, иди, помоги папе-то. Вы твари, вернитесь сюда, вы мои, вы обе мои.